Здравствуйте, друзья. На площадке две квартиры и два лифта. Газ активный, друзья. Квартира очень крутая, очень просторная. Это входная шкаф-группа, друзья. Очень красиво все обставлено. Это салон, совмещенный с кухней. Ну, как видите, друзья, кухня отделена от основного зала. Газ активный, друзья. Вот он, газ. Это большая терраса, около 18 квадратных метров. Комбинированный котел, друзья. Он есть, он новый и он активный. Видовая квартира, друзья, с видом на море. Кстати, пляжи от этого дома, от самого комплекса, в 200 метрах. Окошко очень удобное в кухне. Это детская спальня, друзья. Во всех комнатах имеются радиаторы, батареи. Очень большая, комфортная душевая. Как вы можете слышать, друзья, азан не слишком сильно слышно. Комплекс очень хороший, очень богат своей инфраструктурой. Стиральная машина на балконе. Закрыв дверь, сразу весь шум пропадает. Вот такой вот родительский санузел с вытяжками, со всеми делами. Такая вот суперская квартира, друзья. Полностью с мебелью, с техникой. С очень удобной планировкой. В три стороны, с видом на море. Далее покажу вам сам комплекс. Вот такой вот большой лифт. И таких лифта две штуки на площадке. Также на площадке всего две квартиры. Второй лифт, зона фойе, лобби, это парковая зона. Парковая зона, передняя часть дома, охрана. Спереди дома есть гостевая парковка. Пройдемте с вами, друзья, в баскетбольную спортивную площадку. Вот, как вы видите, в доме есть генератор, друзья. Беседки. Детские площадки. Баскетбольные, футбольные площадки. Также спортивная площадка, друзья. Также вокруг дома есть озелененная территория, друзья. Там аквапарк. Дальше покажу вам. Вот вокруг дома есть озелененная территория.
такого рода прогулочные дорожки. То есть, не выходя из комплекса, можно гулять среди природы. Такие фонтанчики, они летом запускаются. Такой зеленью закрытый, очень красивый бассейн. Сейчас покажу изнутри. Вот они, прогулочные дорожки. Дальше зона барбекю. Пройдемте с вами в бассейн и аквапарк. Это детский бассейн. Тут душевые. Это большой взрослый бассейн. Там дальше есть еще один детский бассейн. Вот они, друзья. Вообще крутой бассейн, большой. С таким хорошим аквапарком. Всем советую, друзья, забирайте квартиру. Она, кстати, находится в 200, максимум 250 метров от пляжа. От песочного, хорошего пляжа, друзья. До встречи!